Мир в красках. В Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова открылась выставка кукол. Все они одеты в народные костюмы Симбирской губернии начала 20 века. Посетители выставки погрузили в атмосферу той эпохи через историю любви двух молодых людей, так похожих на наших прабабушек и прадедушек. Каждый этап их жизни сопровождается изменениями во внешнем виде кукол, а сами образы в точности отображают мир наших предков. Эти костюмы выполнены из драгоценных тканей, шелка качества, парча и набивной ситец. Ну вот сейчас вот детки посмотрели, я очень рада, что они пощупали, потрогали, запомнили именно как выглядят кокошники, как выглядят лица, как выглядят сарафанчики, как выглядят фарточки. Выставка «Мир в красках» создана по материалам фонда Ульяновского областного краеведческого музея и фотографиям Вильяма Карика, посетившего Симбирск более 150 лет назад. В результате экспедиции в 1871 году он создал большую коллекцию фотографий российских крестьян. В Аксаковке очень рады сотрудничеству с фольклорным кружком. Проходят у нас мастер-классы, где члены этого кружка во главе с руководителем приобщают наших читателей к истокам, показывают свое мастерство, ну и передают традиции вот этого народного творчества подрастающему поколению. Ознакомиться с традициями Симбирской губернии можно будет на выставке кукол до 7 июля.